Пришло наше время. Короче, пришло наше время. Когда год назад я без сценария наговорил текст ролика «Звездные войны. Некроз», я даже не подозревал, насколько ужасна окажется реальность. Первый тизер 8-го эпизода обещал дно, но сам фильм это дно пробил и устремился в такие анальные глубины, что не снились даже Кевину Спейси в компании толпы пьяных подростков. С момента выхода новой части саги «Звездные войны» прошло уже достаточно времени, чтобы накопилась огромная масса критики, совершенно заслуженно раскладывающей по полочкам все глупости, нелепости, ляпы, несоответствие канону и общее художественное убожество последних джедаев при отличной, надо сказать, картинке. Я не хочу и не буду повторять то, что уже подробнее и раньше меня было сказано и будет сказано в дальнейшем. Давайте-ка лучше поговорим о таком глубоко гуманитарном аспекте художественных произведений, как качество их сочинения. Речь не будет идти о нелогичности гравитационных бомбардировок в открытом космосе, которым задним числом придумали идиотскую магнитную основу, и не об убитом детстве в сюжетной линии бомжа Виталия, зачем-то названного Люком Скайуокером, и даже не о качестве графики компьютерных сисек феминистки, которую этот недолюк решил подавить ради пропитания. Мы поговорим о том, почему, зачем и как оно все получилось с точки зрения искусства. Прежде всего хочется вспомнить недовольных комментаторов годовой давности, пенявших, что я, дескать, примитивный олдфаг хейтер и вообще какое право имею. Ну, почему я говорю, что основа основ «Звездных войн» это не сабельки и космические корабли, а история о борьбе добра со злом в обрамлении архетипичных мифических персонажей, в которых конкретный сюжет и образы всего лишь вдыхают жизнь. Многие заявляли, что они фанаты «Звездных войн», потому что им нравится клевый дизайн Вейдера, потому что они болеют за империю, а черно-белая мораль Лукаса — это фу и не нужно, что новые фильмы с их истеричными сьюхами, мразями-повстанцами, дебилами-неграми и прочим — это усложнение, развитие и осовременивание. Что ж, любителям без иронии фапать на империю я ничего говорить не буду, потому что с умственно отсталыми, не способными отличать искусство от реальности и бросающимися доказывать, что империя это прекрасное государство, а фильмы пропаганда мерзких либерастов-джедаев, общаться сложно. Это люди, которые не «Звездные войны» любят, а свои личные фантазии в духе неразумных сталинистов, делающих из Вейдера личного политического папочку. О феномене натягивание совы «Звездных войн» на глобус политической конъюнктуры мы отдельно поговорим позже. А вот граждане, которым нравится серо-серая мораль, в которой есть положительные злодеи и отрицательные герои, но мрази все, что ж, ребята, в новом фильме вы получили именно то, что хотели, абсолютнейший моральный релятивизм, как я и говорил год назад. Кушайте, не обляпайтесь. Но как это вдруг моральный релятивизм? Неужто кто-то коварно внедряет растляющие идеи в головы зрителей? Конечно нет. Только в головах сектантов типа «Научи хорошему» такое происходит по плану рептилоидов, на деле же подобный подход к искусству. Это следствие, а не причина общественных процессов. Творцы, особенно коммерческие, уже давно не жгут глаголом сердца и не воспитывают. Они отражают. И не только умонастроение, но и уровень потребления. Сейчас, после событий конца 20 века, после череды новых локальных конфликтов и на фоне всеобщего разочарования системой, да-да, капиталистической системой, только очень уж упертый творец будет сочинять про добро, зло, рост над собой и развитие. Зачем? Искусство охвачено повальным декадансом, и мораль, которая была у старика Лукаса, попросту непопулярна. Люди первого мира пресыщены материально и бедны духовно, им наплевать на какие-то там борьбу жизни со смертью, энтропии с прогрессом и прочую заум. Им бы залезть в свой уголок, сладко заснуть в тепле и помечтать, как они лично станут большими, сильными и всем зададут жару. Как я и говорил, есть только ты и то, чего хочешь ты правильно, потому что этого хочешь ты. Я такой важный. Я ведь такой важный.
Да, ведь... Собственно, воплощение всех этих мечтаний мы и видим в 8-м эпизоде, что в нем происходит. Злодеи, которых в прошлом блеклом и пустом фильме разбили блеклые и пустые персонажи, внезапно побеждают. На помощь героям никто не приходит, попытки спасти и перехитрить проваливаются, и даже героически пожертвовать собой ни у кого не получается. Вся борьба условного добра впустую, при этом легендарный герой, аватара света и добра Люкма, мало того, что трусливо прячущийся и желающий умереть ворчливый мудак, он еще и подлый убийца, из страха хотевший зарубить родного племянника и ставший причиной появления главного злодея новой трилогии. Все тупое и примитивное добро Лукаса развенчано, оплевано и вывернуто наизнанку. Что же противопоставлено этой безысходности? А ничего, вернее какая-то странная перхоть, невнятный негр камикадзе и жирный казашка с понтом, мешающая ему тупо и сказочно спасти других ценой своей жизни во имя невнятной романтической линии, потому что у нее песок в одно место забился и заставил совершить идиотский поступок с мотивацией «не жертвами, а спасением любимых надо побеждать». При этом прямым следствием ее поступка стал проигрыш. Все потому, что самоотречение – это тупо и сказочно. Или вот бравый летчик По, чей героизм, оказывается, стоит жизни сослуживцев, а потому его весь фильм будет чморить розововласая феминистка. Мораль его арки такова: героизм – дно, бесполезен, вреден и вообще сексизм. Надо слушать умных тетенек, которые за все хорошее против всей фигни. Сами тетеньки, правда, сливают вообще все и вся, но феминистка пафосно камикадзится, а звездный разрушитель с нулевым результатом, потому что десантировавшихся под ее прикрытием членов сопротивления все равно замечают и загоняют в тупик. Ну и апофеоз. Люк Скайуокер, якобы круто дерущийся с истеричным Кайло Реном и по факту всего лишь выигрывающий пару минут времени для побега недобитков, а потом тихо подыхающий. В чем смысл всех этих сливов, нелогичностей и привычной уже феминистической фронды? А в том, что не бывает однозначного света и тьмы, и свет, полный козлов, идиотов и нестандартных героев, не всегда побеждает. Какое откровение! Главной сценой этого откровения является та, где зэк-хакер объясняет негру, что злые миллионеры торгуют оружием с обеими сторонами идиотского конфликта. Привет! Конъюнктура. Не спорю, сама по себе это была бы хорошая и умная сцена в каком-нибудь другом кино. Но фишка-то в том, что у нас тут «Звездные войны», а не манифест компартии. Этот срыв покровов ни о чем, в отличие от тех же политических интриг Палпатина в Старой Республике, объяснявших, как он ее коррумпировал. Я люблю демократию. Данный срыв покровов ни о чем, он ни к чему и ничего не меняет в конфликте. Он просто прилеплен ради выпендрежа. Смотрите, у нас тут все не так однозначно. Межгалактические дочери офицера. Все эти сюжетные ходы можно обобщить термином субверсия. Обман ожиданий. В новых «Звездных войнах» герои не герои, доблесть не доблесть, свет не свет и так далее. Это и есть субверсия, и ее наличие заставляет оргазмировать критиков и пафосных подростков, пытающихся казаться оригинальными. Ах, ах, замшелая простота соснула. Тот факт, что этих субверсий в культуре современности развелось как нерезанных собак, все предпочитают игнорировать. А ведь и Капитан Америка в комиксах уже нацист, и Джеймс Бонд контуженный гомосек, что уж говорить про героев отечественных произведений, где войну выигрывают штрафбаты вопреки, а герой нашего времени без «Безвольный пьянчуга» в исполнении канадского гастарбайтера. Что дальше, «Красная фурия» из комиксов «Бабл» станет плоскогрудой безногой инвалидкой? Betrayal!
Только вот субверсия – это не достоинство, это художественный прием, сам по себе нехороший и неплохой. Она может быть удачной, а может быть неудачной. В случае данного фильма все субверсии неудачны, потому что все они не к месту. Для начала сравним эти субверсии с прошлыми. Если кто не в курсе, пятый эпизод был одной большой субверсией четвертого. Первая победа не выиграла войну, герои спасаются бегством, оказываются преданы, проигрывают битвы, а Люк узнает, что его отец не павший герой, а главный злодей. В восьмом эпизоде сценарист и режиссер Райан Джонсон бездарно копирует эти же субверсии, только хуже. Победившие якобы герои, на чьей стороне главенствующая республика, внезапно оказываются в меньшинстве и уже загнаны в угол. А Мэри Сья узнает, что ее родители вообще никто. Разница в том, что если тяжелое положение повстанцев в пятом эпизоде было логично, потому что они партизаны, а империя — это империя, то в восьмом эпизоде сопротивление ни с того ни с сего ужимается до размера одного корабля, чтобы работала субверсия. И первый орден доминировал, властвовал, унижал. Да, на заднем плане пишутся книжки, в которых расписывается идиотская предыстория создания из бывшей империи двух государств, но об этом позже, поскольку никакого значения данный факт не имеет. Потому что в фильме все это опускается и пропускается, как и раньше, не ощущается ни республики, ни первого ордена, ни их достоинств, ни недостатков, ни их устройства. Есть только сферичные места и сферичные люди, не дающие представления о фракциях даже на уровне оригинальной трилогии. Так вот, о субверсии. Субверсия — это еще и элемент деконструкции, того самого разложения по полочкам, примитивной философии света и тьмы от Лукаса, которого так хотели граждане, что должны обожать приквелы, ведь там Лукас делает то же самое. Да-да, все эти мудаки, джедаи, коррупция и старые солдаты типа Дуку, воюющие за сепаратистов, рукоплескание диктатуре и вот это вот. Я плохой учитель, Энакин! Я плохой учитель! Как я не догадался, что джедаи замышляли переворот? Энакин, канцлер Палпатин, злодей! На мой взгляд, это джедаи злодеи! Это все та самая деконструкция простого и примитивного взгляда на философию добра и зла. Взгляда, а не самой философии. Лукас отзеркалил историю о пришествии света и победы над жестокостью и бесчестием сюжетом о пришествии тьмы и воцарении жестокости и бесчестия. Или вот обласканная всеми игра «Рыцари Старой Республики 2», которую я тоже очень люблю. Там очень подробно расписано, как конфликт темный и светлой сторон силы приносит горе независимо от того, кто виноват и кто победил, что добрые намерения могут приводить к плохим результатам, что мудрость, благородство и просвещенность часто вырождаются в завышенное самомнение, зашоренность и неспособность адаптироваться к переменам. Все это так, только вот в отличие от восьмого эпизода, деконструкция во Вторых Рыцарях не превращает вселенную в месиво, а поступки и характер не становятся набором непоследовательных ляпов. Все потому, что подвергнутые деконструкции элементы и основы там не отменяются и не ломаются, чтобы всем показать, как умен автор идеи Крис Авеллон. Все эти субверсии работают в рамках созданной Лукасом вселенной, ее философии, понятий, правил и культурных крючков, вроде архетипов, фракций и исповедуемых ими учений. А потому лекции Крейи не делают внезапно ситхов добрыми, джедаев злыми, не отменяют наличие конфликта и выбора между светлой и темной стороной для себя. Деконструируемое легко и непринужденно реконструируется самим фактом того, что, несмотря на все срывы покровов, сюжет продолжается и имеет логическую завершенность в рамках мира Звездных войн. И сюрприз, вся эта неоднозначность причин и следствий, единство и борьба противоположностей света и тьмы вполне в рамках идей самого Лукаса, способных заставить Айн Рэнд даже в аду корчиться от ненависти. Through mythology and things we're taught certain things that are good and certain things that are bad, but a thinking person questions all that and say, is this really good?
Am I really doing the right thing here? Am I really being a kind, compassionate person? Because to me, it's really about a compassionate person as opposed to a person that is consumed with self-interest or a selfish person. Those are the two things. Mm-hmm. We all have good and evil in us because we have the selfish side of us and we have the compassionate side of us. The idea is, how do you keep those things in balance? And by keeping those things in balance, you can do a lot of good things. You're never going to get, everybody's human. Everybody's greedy. When you become greedy, then you do bad things to get stuff from other people. Once you get that stuff, then you become afraid. Once you become afraid that somebody's going to take it from you, then you start striking out at people and you get angry at things, you get worried, and that puts you in a whole psychological mindset that turns you ultimately into an evil person, where you're doing horrible things to people, thinking that you're doing the right thing, but you're doing it because you're afraid they're going to hurt you before you hurt them. Вот, в отличие от самого Лукаса, делающего простое из сложного и сложное из простого, а также вторящих ему прекрасных произведений вроде «Вторых рыцарей» или «Книг про Трауна», где имперские офицеры демонстрируют ум и верность, оставаясь при этом злодеями, восьмой эпизод «Звездные войны» деконструирует на уровне Тарсема Сингха. Боги не боги, титаны не титаны, греки не греки, а Гиперион не Гиперион. Это все метафор. И что-то еще мне это все напоминает. Паразитирование на чужих идеях, убогое копирование и инфантильное бунтарство. Да это же фанфикшн! В картинах, которые создавал режиссер, сценарист, гонщик, философ, гик, фрик, очкарик, интроверт и просто хороший парень Лукас со своей командой. Художественные приемы работали на творческие цели, где-то хорошо, где-то не очень. А в фильмах бухгалтера Кэтлин Кеннеди и ее шестерок режиссеров художественные приемы работают на любые цели, кроме творческих. Точно так же, как вовсе не творческие задачи стоят перед фанфикшеном. О самом явлении фанфикшена мы еще поговорим, но главной его проблемой является то, что авторы фанфиков, как правило, поступают наперекор всем тем советам, что, например, я давал начинающим писателям. Они не имеют оригинальной идеи и потому берут чужие творения, ищут легкого признания через чужое творчество. И, соответственно, не умеют и не хотят претворять в жизнь выстраданное и доведенное до ума видение, как делал наперекор всем и вся тот же Лукас. Не надо обманываться бюджетами. За огромные деньги нам продают чудовищно посредственно произведение и полагаются на то, что бренд сделает результат плохой работы хорошим. Как и в фанфикшене, взятый у автора мир должен компенсировать неумение самостоятельно мыслить и хорошо писать. И ладно бы это был просто фанфик, в конце концов бывают среди них и достойные произведения. Одно из десятка тысяч, написанное самородком, который быстро уходит во что-то посерьезней, но бывают. Однако восьмой эпизод – худший вид фанфика, тот, где фикрайтер вообще ни черта не старается и пихает то, что схавает самый непритязательный пипл, в надежде на похвалу от этого пипла. Подход виден везде. Условно разделим фильм на три сегмента. Рей и Люк, крутое пике космического корабля «Сопротивление» и похождение негра с казашкой. Все три подсюжета сделаны по канонам дурных фанфиков. Общим для них является отсутствие своих идей и копипаста оригинала. Как седьмой эпизод повторял четвертый, так и тут героиня учится у старого джедая, героев преследуют враги, предает их обаятельный мошенник, кульминация знаменуется неожиданным открытием из прошлого героини, антагонист предлагает ей присоединиться к себе и так далее. Как всякий автор фанфикшена, мнящий себя очень умным, режиссер и сценарист Райан Джонсон решил схитрить и к стопроцентной копипасте пасти пятого эпизода добавил сцену из шестого в тронном зале главного злодея. Гениально! При этом, собственно, сюжет укладывается в пару
фраз «фабула чудовищно бедная». По сути, происходит очень мало событий, и события эти, ну, очень характерны. И сразу главное – Рэй и Люк. Я не буду говорить, как нелепо и мерзко превратили героя оригинальной трилогии в бомжа Виталия. Это уже сказано 100 раз. И вообще, доказывать что-либо людям, которые с отвисшей губой заявляют, будто сферичная субверсия и моральный релятивизм в вакууме – это круто само по себе, потому что не так, как обычно – бесполезно. Лучше разберемся, почему все сделано именно так. Само собой, нет никакого злобного заговора, есть творческая импотенция. Как и во всяком плохом фанфике, когда вводится оригинальный авторский персонаж, он обладает вереницей признаков Мэри Сью. Я уже рассказывал год назад, почему Рэй скучна и блекла, но о ее сьюшности стоит сейчас поговорить подробней. Основная защита пытающихся ее оправдать в том, что, дескать, Люк тоже превозмогал и побеждал, поднимаясь из низов. А значит, любой герой, которому что-то удается, это Мэри Сью. А раз так, то термин бессмысленный. Короче, обычное доведение до абсурда. Эти граждане подменяют тезис о сьюшности тезисом об успешности. Так вот, поясняю. Мэри Сью не потому Сью, что сильна или побеждает, она Сью на основании того, как и в каких условиях это делает. Например, в аниме One Punch Man основа сюжета в том, что главный герой – главная сьюха мира, потому что побеждает вообще любое существо во вселенной с одного удара. Но это не мешает сочинить вокруг такой черты персонажа интересную историю. А вот когда сила, успешность, безгрешность и всеобщая любовь являются не приемом, служащим сюжету, не органичной частью вселенной, а костылем для продвижения по сюжету, все очень плохо. Рэй сьюха не потому, что смогла на равных драться с Кайло Реном, а потому что смогла это без прогрессии персонажа. И неважно, раненый он там был или не раненый, это все обоснуи и оправдание. Важно, что Рэй с ним сражалась, не обладая личностью, которой хочешь пожелать победы. И без достойного художественного оформления предпосылок этой победы. Ну вот сравним, допустим, Люк, суперкрутой сирота с Татуина, впервые взявший в руки оружие. Он находит сообщение в дроиде и ради великой справедливости угоняет тысячелетний сокол. Именно во имя великой справедливости, а не потому, что его отец был джедаем, а дядю с тетей убили штурмовики. Вот он в одиночку долетает до Звезды Смерти и в первом же бою овладевает силой и побеждает Вейдера. Оби-Вана в сюжете нет, а Соло с Чубаккой выполняют роль смешных негров. Вот если бы было так, то Люк был бы Марти Стью. Но нет, это не Люк, это Рэй в 7-м эпизоде. А 8-й эпизод лишь логически продолжает ее сьюшность на том же уровне подачи. Люк превращен в бомжа Виталия ради того, чтобы Рэй выглядела лучше, чем он. Когда в фанфик вводится сьюха, неспособность автора создать живого, яркого и интересного персонажа компенсируется простым и мерзким приемом. Персонажи канона искусственно втаптываются в грязь. Рэй на фоне Люка, который заслужил свой статус альфача грандмастера, полноценным развитием, путешествием, преодолением трудностей и обаянием Марка Хэмилла, намеренно переделан в угрюмого, злобного, трусливого и виноватого в падении Кайла затворника, который плохо себя ведет со сьюхой, никак не помогает и в результате получает по щам. Ну это как если бы Йода на самом деле был мерзким тупым карликом, которого Люк пинком отправил бы в болото. Люк должен быть все прогадившим неудачником и чмошником, чтобы на его фоне хоть как-то смотрелась унылая, серая, не имеющая мотивации и харизмы Рэй. Так делают все плохие фикрайтеры. Шерлок Камбербэтч у них не может решить загадку. Гарри Поттер колдует хуже магички из Зажопинска, а персонажи, должны служить примером и объектом зависти, унижаются. Профессор Дамблдор превращается в тупого лажающего старика, а самоотверженный герой Люк в трусливого эгоиста и циника. И нет, дело не в том, что это неправильно и неканонично, хотя это неправильно и неканонично, а в том, что это криво сделано. Историю падения Люка можно было бы обставить по-другому, и я лично не возражал бы. Деконструкция, вечная внутренняя борьба, все могло бы сработать, но это было не нужно и не интересно, задача была в другом. Сделать Люка хуже Рэй, потому что после убогой и
истории седьмого эпизода сделать Рей лучше Люка из «Возвращения джедая» невозможно. Это прием фанфикшена, и оправдание у него соответствующее. А вот Люк был сильный, почему Сьюхи нельзя быть еще сильнее? Или: а вот у меня так придумано, что Гарри Поттера в детстве изнасиловал Годзилла, поэтому он хочет трахнуть Драко Малфоя. Защита самого фильма путем визга, что в старых эпизодах были недостатки, из той же оперы. Ну были, дальше что, ну был Люк сильным, дальше что, кривизны восьмого эпизода и картонности обоснуев это не меняет. Уже слышу, как некоторые вопят: Люк постарел и разочаровался в жизни, поэтому он хотел совершить подлость убийство и ругает последними словами республику, за которую готов был умереть. Ну ладно, продолжим в том же духе. Индиана Джонс постарел и разочаровался в жизни, поэтому стал нацистом. Вейдер постарел и разочаровался в жизни, поэтому расплакался и убежал от девочки, кинувшей в него камнем. Джон Коннор постарел и разочаровался в жизни, поэтому присоединился к Скайнету и истребляет человечество. Это оправдание задним числом. Такое оправдание можно придумать для любой глупости. А единственным оправданием уже самого аргумента в оправдании будет следующее. В старых фильмах не было глубокой проработки характеров, вы придираетесь. Но именно потому, что в пятом эпизоде о Йоде было неизвестно вообще ничего, кроме того, что он могучий джедай, образ и работал, а Люке известно совсем другое. И все эти попытки оправдать нынешний образ одного персонажа 40-летней давности образом другого, это все попытки натянуть сову Мэри Сьюшнич на глобус кино. Слова же про республику вообще звучат глупо и походят больше на фан-сервис для хейтеров трилогии приквелов, чем на серьезную позицию персонажа. Даже финальный аккорд Люка с проекцией силы и дракой, копирующей боевики начала 2000-х в рамках такого подхода к написанию истории. Самый смак, униженный бывший протагонист, который как побитая шавка плетется за сиятельной непобедимой Мэри Сью, искупает свои придуманные 12-летней еойщицей грехи, пафосно убиваясь о злодея и окончательно уступив Мэри Сье место на пьедестале. Удручает, правда, что в нашем случае еойщица мужик на пятом десятке. Нет, конечно, такое может показаться эффектным, на то и расчет. И я не осуждаю тех, кому что-то в сцене с Люком могло понравиться. Он и впрямь выглядел круто где-то полминуты. Проблема в том, что с художественной точки зрения это бессмысленно, нелогично и топорно сделано, с очевидной целью. Неприятно, когда автор считает тебя идиотом. И такой подход везде, например, в кульминации сюжета на корабле. Эффектный гиперкосмический таран должен вызвать вау-эффект, а тот факт, что этот поступок глуп и бесполезен, по боку. Потому что, как и у всякого фанфика, у фильма не стоит задача создать яркую историю. Его задача добиться от аудитории лайков условной социалочки. Отсюда и сцена с супергеройскими полетами Леи в начале. Надо показать, что она крута и тоже владеет силой. Но придумать что-то интересное, логичное и не настолько гротескное не хватает ни таланта, ни желания. Плевать, что законы физики даже по меркам Звездных войн изнасилованы в особо извращенной форме. Зато вау! Как селфи с сиськами. Когда трансформеры ведут себя логичнее, это ахтунг. Главное же лицо самого подсюжета – вице-адмирал, небритые подмышки, и она тоже типично фанфиковый персонаж. Мало того, что ее наряд буквально кричит о неуместности, как наряд всякой сьюхи, щеголяющей посреди какого-нибудь Хогвартса в бикини вместо форменной мантии. Она и задумана, и ведет себя как сьюха. Ее цель обратна цели Люка. Унизить другого персонажа, пилота По Дамерона. Данный фанфик писала уже не просто 12-летняя девочка, но 12-летняя подписчица пабликов ВКонтакте типа «Куны не нужны». Ее великая художественная задача — показать мудрую, сильную и благородную женщину, ставящую на место члена мразь. Проблема в том, что о сильных женщинах такие граждане не имеют ни малейшего представления, и потому Холда высокомерно истинно
стервозно чморит По, чтобы мы решили, будто это он горяч и не умеет действовать сообща, поэтому должен слепо подчиняться вышестоящим. Ведь дерзкий героизм – это тупая сказочка, помните? Потому же она с идиотской мотивацией и провоцирует бунт. Откровенно провоцирует. Чтобы в результате у По не просто не получилось спасти ситуацию, но он еще и оказался бы кругом неправ, а она внезапно права. А поскольку происходит натягивание совы на глобус вместо органичного написания истории, выходит все наоборот. По хоть что-то пытается сделать для спасения людей, а Холда спокойно осуществляет идиотский план, который скрывает от нервничающих бойцов сопротивление, просто потому что она, Холдо, такая умная. План в итоге терпит ожидаемый крах, и сама Холда пафосно приносит себя в жертву. Это тоже прием фикрайтеров, считающих себя очень хитрыми и пытающихся ловко вызвать симпатии к Сьюхе. Через драму, только какая может быть драма у куска картона, который сделал все, чтобы погибнуть? Более того, как всякая Сьюха, Холда введена в сюжет в ущерб ролям нормальных в прошлом персонажей. Без Холда быть противоположностью По могла бы Лея, которую у него хотя бы есть причина уважать как командира и легендарную героиню. Финальная жертва тогда была бы мощным прощанием с Кэрри Фишер. Да и обставить весь конфликт можно было бы без истерик и идиотских закидонов в стиле «мне плевать на всех, воюю как хочу», или «как же так, на войне люди умирают», превращающих бойцов сопротивления в сопливых детей. А еще можно было не выкидывать в форточку миметичного адмирала Акбара. «Вы знаете, что это?» «Что? Что это? Вы знаете, что это?» «Это... это что? Это...» «Что вы вытворяете?» «Это... ла... пушка!» Но тогда не получилось бы добавить розововласую, сильную и независимую дуру ради похвалы от таких же сильных и независимых, ведущихся как дети. Вот почему Холда так не любят. Потому что это глупый, плохо прописанный и очевидно добавленный ради моднявости персонаж. И нет, я не боюсь и не ненавижу женщин, Джаджа Абрамс. Где ты там увидел силу и независимость, защитничек? Дальше самое скучное похождение смешного негра с жирной казашкой. Финн с самого начала был чемоданом без ручки, а теперь к нему прицепили еще один мертвый груз. Зрелище удручающее, но вполне типичное. Бывает, что пишут фанфик про приключения своего персонажа вместе со второстепенным героем. Так и тут. Сьюшности в Роуз немного, но вот нелепости и инфантилизма типичной героини фанфика выше крыши. Роуз берется из ниоткуда, увязывается за персонажем без внятных причин и мотиваций, совершает глупейшие поступки и внезапно оказывается романтически связана с Финном, хотя ведут они себя в совместных сценах, как пара картонок, которым друг на друга наплевать. Зато Роуз говорит пафосные фразы о спасении и свободе и срывает покровы с коварных богачей с непосредственностью ребенка, рассказывающего, что Деда Мороза не существует. Тот факт, что от критической важной миссии она отвлеклась не ради освобождения рабов на планете казино Канта Байт, а чтобы дать возможность бедным зверюшкам порезвиться, громче всех кричит о том, что перед нами фанфик. Юные фикрайтеры тоже кичатся тем, что любят котиков больше, чем людей. Апофеозом дури является та самая сцена, где Роуз не дает Финну пожертвовать собой, чтобы спасти недобитых членов сопротивления. И лопочет, что побеждать надо, спасая тех, кого любишь, а не убивая тех, кого ненавидишь. Видишь. А любит она внезапно Финна и говорит эту ерунду, стоя под ногами шагающего танка, предназначенного для убийства всех ее друзей и товарищей. Непоследовательность, громкие слова без понимания смысла, без умения и желания совершать действительно значимые поступки, инфантилизм и плохой сценарий как есть. Стало такого добавить, чтобы было бессмысленно, но круто.
Просто автор фанфика знает, что прибежит Рэй Сью и всех спасет. Поэтому любые подлости и глупости персонажей оправдываются на мета-уровне, а не на уровне самой истории. Бессмысленно, но круто. В представлении 40-летней девочки с пенисом. Это свежо и оригинально, а вы быдло и сексисты. Ну и, наконец, о злодеях. История хороша настолько, насколько хорош ее злодей. И последние джедаи в этом плане самый очевидный кусок дерьма. На стороне зла, по сути, один настоящий персонаж – Кайло Рен. Дебильный истерик генерал Хакс нужен больше для смеха и служит типичной фанфиковой карикатурой на военачальника. Крики, угрозы и припадки вместо стратегии и тактики. Каковая в исполнении Хакса сводится к «стреляй из пушки раз, стреляй из пушки два, и когда все мертвы, сделай еще пару выстрелов». Такой детский сад, точно так же, как идиотию Люка, оправдывают единственно возможным аргументом. Ну вот такой он дурак. Так можно оправдать даже логику действий героев фильма «Комната». Ну вот такие они дураки. Уилхов Таркин при виде такого очевидного и убогого косплея на себя выбросился бы в шлюз. Какие уж тут русские хакеры, пытающиеся спасти Хакса от смерти по сюжету путем взлома твиттера режиссера. У нас таких дебилов целая эпопея про утомленных солнцем. Зачем нам еще и чужие? Не менее детский и отдающий фанфикшенам и главный слив темной стороны – Сноук. Гениальный мастер субверсии Райан Джонсон просто убил его, никак не раскрыв, кто он, откуда взялся, к чему стремится и что из себя представляет. И я уже слышу вопли про императора в 6-м эпизоде. Любители фанфиков и не догадываются ведь, что император был всего лишь физическим олицетворением империи, которой служил Вейдер, и о нем не требовалось знать ничего, кроме того, что он правит империей, с которой боролись все три фильма. Его смерть была символом победы, символом перелома в войне и триумфа добра. Искупление Вейдера ознаменовалось убийством повелителя. Победа над императором была символом победы света над тьмой. Сноук изначально подавался как нечто иное, как нечто загадочное. Откуда-то взялся после гибели империи, как-то совратил Кайло, как-то вдруг стал доминировать над галактикой с началом второго фильма новой трилогии. Ему предыстория была нужна именно потому, что он не император, а Первый Орден не империя. Смерть же Сноука на Первый Орден не влияет вообще никак и ничего не меняет ни в Рей, ни в Кайло. С тем же успехом Кайло Рен мог изначально быть единственным ситхом в сюжете. А все потому, что Сноук у Джонсона – это злодей из детского фанфика, карикатурно шевелящий усами, злорадно хохочущий, топчущий героиню ногами и глупо унижающий собственных подданных. Поэтому он и возит Хакса мордой по полу, потому и троллит Кайла на предмет шлема. Сравните это, например, с манерой Вейдера душить нерадивых офицеров. То был жестокий, но практичный метод, а это нелепые унижения. Сноук – это типичный Бука и Бяка, лишенный каких-либо ярких черт, и его убийство никак не меняет Кайла, не дает ничего характеру Рэй, в отличие от характера Люка, готового принять смерть от рук императора ради отца. Ну а представьте, если бы после фразы «Я твой отец» Вейдер сразу убил императора в 5-м эпизоде и продолжил убивать повстанцев и покушаться на Люка, а Люк снова надрал бы ему задницу. Именно так выглядит кульминация 8-го эпизода, бессмысленно и с натужным пафосом. И, наконец, сам Кайло Рен, обладатель самой косой рожи в галактике и характера взбалмошного подростка. Да, я знаю, что его изобразили истеричкой специально, это не меняет того факта, что получилось убожество. Кайло никак не изменился после убийства отца в прошлом фильме. Он все такой же подросток-бунтарь, который хочет всем показать. Только теперь вместо родного папочки он убивает приемного, чтобы показать, какой он независимый. И в самом образе злодея из личной обиды, делающего жизненную позицию, с которой и творит злодейство, нет ничего плохого. Сочиняй Кайло талантливые люди, мог бы получиться образ уровня Кориолана, Яга или Дона Хуана у Шекспира, но сочиняют его авторы фанфикшена, а в фанфикшене злодеев два типа – карикатурные буки и няшненькие недозлодейчики. Кайло из второй категории, он вроде
вроде как злой и жестокий, но при этом не слишком, чтобы его можно было жалеть. Почему? Ну, его обидели в юности, обижают сейчас, а еще он страдальчески поджимает губки, делает щенячьи глазки и издает истошные страдальческие вопли. Няшечка, да и только. Это вот так нам пытаются показать неоднозначного темного персонажа, не настоящего полноценного антагониста ради того, во что верит, готового на все, такого, например, как Скорпиус в чудесном сериале «На краю вселенной». Антагониста, которому можно и сопереживать, и даже быть на его стороне. Нет, нам дают такого антагониста, которому надо сопереживать, потому что автор хочет сделать его симпатичным. Кайло — это темненький Марти Стью рядом со светленькой Рэй Мэри Сью. Он и силен, и одновременно угнетаем всеми. Он и страшненький изгой, и новый Вейдер. Типичный персонаж Аватара-подростка, которому кажется, что мир к нему несправедлив, и в которого вливают мечты стать большим и злым, чтобы всем отомстить. Они с Рэй оба сферично дополняют друг друга в плохом смысле. Она, оторванная от мира последствий и мотиваций, пустое место для инфантильных мечтаний, стать сильным положительным героем, не обладая положительными качествами, а Кайло такое же пустое место для мечтаний быть темным властелином на основании мелких обидок. Его максимум — это Локи из фильмов по комиксам Marvel, такой же невнятный персонаж, чье главное достоинство в том, что он нравится девочкам из-за страдашек, агрессивности плохого мальчика и ранимости. Только вот на полноценного злодея такой персонаж не тянет, как и Локи. Полноценный злодей, да и просто полноценный персонаж, не может быть беззубо удобным. Представьте Вейдера, который не отрубил руку сыну, никого не убивал и не отправлял Кеноби на свидание с силой. Вот Кайло Рен. И нет в его действиях никакого веса. Сноук был ненужной картонкой. Хана Соло даже Люк забыл через 5 минут после вести о его смерти. Кто остался? Убитые за кадром падаваны и старик из начала 7 эпизода? Кайло попросту плохо подан, как и все его поступки. Даже маму, как и всякий хороший мальчик с характером, он не убивает, потому что тогда не был бы таким няшечкой. И нельзя было бы поугарать над мемом с его голым торсом, на который Ван Дамм, Чак Норрис, Клинт Иствуд и Чарльз Бронсон смотрят как на говно. В общем-то, Кайло обладал самым большим потенциалом, но был бездарно слит. Его драма сводится к истеричному визгу, кривлению губешек и пафосным фразам о том, что тупые взрослые ему не указ. Поэтому он будет злым, но понарошку, в детском представлении о том, как это круто быть темным властелином дворовой песочницы. В сравнении с ним, даже полный шероховатостей образ Энакина из приквелов выглядит мрачным, неоднозначным и эпичным. В том и разница между полноценным искусством, пусть и полным недостатков, и фанфиком. Персонажу недостаточно быть не таким, как все, чтобы быть полноценным и интересным. И дело тут опять же не в конкретном выборе развития сюжета, подборе актера или поступках, хотя кого я обманываю, Адам Драйвер в роли вообще не смотрит. А в том, как и для чего они придуманы и осуществлены авторами. Если думаете, что вся эта бездарность порождена просто неумением, вы ошибаетесь. Нет, конечно, нынешнее поколение сценаристов и режиссеров в сравнении с мастерами прошлых лет объективно дно. Но они плохи не только потому, что не умеют, они и не стремятся уметь. Как я много раз говорил, вся культура находится в кризисе. Вы будете смеяться, но все опять упирается в базис и надстройку. Перенасыщение кинорынка и рост киностудий требуют больше прибавочной стоимости от кинобизнеса. А значит, нужно больше фильмов с большими бюджетами, которые будут больше собирать. Как оно работает, я уже говорил, для таких задач не нужно творчество, не нужно старание, не нужен труд. Для этого нужен конвейер, а на конвейере художественных произведений авторы, сочиняющие фанфикшн, куда удобнее. Они быстро и удобно накатают примитивный штампованный эскапизм, дополнят его конъюнктуркой типа феминизма или пафосного мамкина цинизма. Добавят идиотских шуточек, и останется только выделить средства на техническое исполнение, чтобы круговорот финансов продолжался. Поэтому и стали сейчас фильмы тупыми, нелогичными и одноразовыми. Они такими и задуманы. Because in Hollywood, remember, kids, it's not important if it's
of high quality. Only if it makes money. Плюс, как всякий фанфикшн, такие фильмы быстро находят своих фанатов и защитников, благодаря тому, что примитивный эскапизм тоже многие любят. Как юные пидовки защищают слэш, в котором Гарри Поттер сношает Драко Малфоя, а их охаживает плеткой Северус Снейп, так и новые Звездные войны будут защищать те же пидовки, крича, что Кайло глубокий чудесный персонаж, а Рей великолепная героиня. Тут мы возвращаемся к сказанному в начале, привлекает вовсе не созданный живой мир, не культурные крючки, а личная фантазия. Такие лучезарные граждане и за Рей придумают глубокую привязанность к Хану Соло, которого она знала пару часов, и несуществующие черты характера, заставляющие ее продолжать двигаться по сюжету, и переживания, и для Кайла сочинят слезливые истории мотивации за рамками истерик. И с пеной у рта будут отстаивать стервозность вице-адмирала небритые подмышки, потому что этот детский сад якобы философичен и жизненен, а не поверхностен и примитивен. Все это та же толпа, что требует на тематических ресурсах проды к слэшу. И да, те, кто уже строчит гневные комменты о том, что лично он слэш не смотрит, а новые Звездные войны любит, речь не о конкретных произведениях, не о конкретных людях, а об образе мышления. Плохой фанфикшн стирает для неопытного потребителя разницу между простотой и примитивностью. Год назад мне пеняли, что я, мол, требую обратно простую сказочку, как в старой трилогии. Этим людям не пришло в голову, что простая сказочка покоится на огромном культурном пласте, на большом труде и философских основах. И что главная работа творца – свести все это воедино и облечь в простую форму. Лукас снял кино для 12-летних детей, по которому эти дети 40 лет приобщаются к человеческой культуре и учатся, что такое хорошо, что такое плохо и кем быть по жизни. Вот в чем важность «Звездных войн». Несмотря на все световые шашки и пиу-пиу-бластеры, они как мифы Древней Греции, как сказки про богатырей, как морозка в конце концов. В диснеевских же фанфиках этого нет, там есть банальный пустой эскапизм, за которым абсолютная звенящая пустота, которую можно заполнить любой конъюнктурой. Ну, пройдет мода на сильных независимых уродин, и президент LucasArts Кэтлин Кеннеди, щеголяющая в маечке с надписью «Сила женщина», первая побежит менять Дейзи Ридли на Александру Дадарио. Нет, я не завожу старую шарманку про бездуховность и жадность, я не против эскапизма. Он важен и полезен в нужных количествах. Я не против того, чтобы люди зарабатывали на творчестве, как бы ни визжали уязвленные графоманы. Я говорю о причинах и следствиях. Звездные войны – индикатор состояния нашей культуры, ее продукции, а значит и состояния человека. Хотя, судя по сборам и отзывам, второй раз фанфик уже не так охотно хавают. Надежда, что оскароносный фильм «Жопа из идиократии» не близок, пока есть. Но «Звездные войны» из изящного и простого, доступного людям творчества, замешанного на культуре и гуманитарных науках, превратились в невнятную пустышку для зарабатывания денег, ну и повод всяческому небыдлу повыпендриваться. А все потому, что общество наше, мировое общество, больно той же болезнью куцого, искусственно изуродованного культурного контекста, ограниченного дискурса всего, о чем я уже многое сказал. Ей же больны лживые исторические фильмы типа «Времени первых» и «Штрафбата», убогие книжонки про попаданцев или душевные метания интеллигенции. Творчество и труд основаны не на искреннем желании трудиться, не на любви к своему делу, не на умении и желании создать что-то, что ты считаешь правильным и важным, и уже этим заслужить деньги и признание, а на самолюбии, невежестве и жадности, на гордо расправленном плече убогого атланта, стремящегося впарить любую туфту подороже, а потрудиться поменьше. И результаты такого атлантового труда не имеют сегодня альтернативы. Люди потребляют такую культуру и воспроизводят ее, потому что не знают другой. Это как всю жизнь есть гамбургеры и не пробовать настоящего мяса. Тот факт, что некоторые из вас уже пишут комментарии с разоблачением очередного моралфажества, совкового менталитета или еще чего-то такого, собираясь сокрушить меня аргументом «а мне понравилось» или
ты ничего не понимаешь, только подтверждает мою печальную оценку. Я ведь не чьи-то личные вкусы унизить пытаюсь. Дело не в том, что фильм кому-то понравился, дело в том, как он воспринимается в общем культурном контексте. И собирательные образы фриков, о которых я говорю, действительно существуют. Я экспрессивен, но только потому, что мне за искусство обидно. И ничего в культуре не изменится, пока не изменится основа общества. И наша жизнь так и останется одним большим и плохо написанным фанфиком. Так что да пребудет с нами сила, видит Бог, она нам нужна.